Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Предисловие. Успешный человек успешен во всем. Не так ли? Мы всегда относимся с уважением к тому, кто добивается результатов в профессиональной деятельности А особое восхищение заслуживают те, кому удается не в ущерб карьерному росту Заниматься домашними делами, хобби, активным отдыхом и уделять время друзьям и близким Но каким образом можно достичь успеха в работе и при этом не ограничить себя в личных интересах и свободном времени? Как не растратить все силы на пути к воплощению идей и при этом жить в удовольствии? Более того, как продолжить заниматься саморазвитием и самообразованием при постоянной нехватке времени? Как сделать свою жизнь легкой, а деятельность продуктивной? Поверьте, если вы задумываетесь об этом, то вы уже на верном пути. Стоит лишь разобраться, что мешает стать успешным в делах именно вам. Сталкиваясь с такими проблемами, как невыполнение заданий в срок, постоянное откладывание дел на потом, что в дальнейшем приводит к низкой эффективности в работе, мы зачастую даже не пытаемся разобраться в их причинах. Возможно, в корне подобных проблем лежит изначально неверная постановка целей и отсутствие мотивации. Согласитесь, хорошо, когда то, чем вы занимаетесь в профессиональном плане, полезно, интересно и важно. Но никакое занятие не принесет эффективных результатов, если человек не заинтересован в нем лично. Потому что, вкладывая время в личные ресурсы, в работу, мы требуем отдачи. Мы стремимся к достижению личных целей. А это значит, что необходимо разобраться в собственных желаниях, чтобы любое дело стало максимально эффективным лично для вас. Также в достижении поставленных целей большую роль играет и правильное распределение и использование времени. Одним из отрицательных факторов, влияющих на продуктивность работы, является преследующая современного человека прокрастинация. Таким образом, осознание целей, расстановка приоритетов в своих намерениях, правильное распределение своего времени и личных ресурсов ⁇ вот те главные условия, которые составляют понятие личной эффективности. Увы, нет единого золотого правила для повышения личной эффективности. Но, к счастью, существует ряд принципов, правил и инструментов, которые помогают справляться с трудностями в организации времени и дел. Данная книга поможет вам разобраться в главных принципах личной эффективности, а также в вопросах мотивации и целеполагания. И самое главное, мы дадим вам действенные практические рекомендации для повышения продуктивности в работе и эффективные советы в вопросах тайм-менеджмента, саморазвития и самообразования. Все необходимое для того, чтобы дела были всегда в порядке. Личная эффективность ⁇ это достижение результатов и поставленных целей во всех сферах жизни. Важно, чтобы предполагаемые нами методы повышения личной эффективности впоследствии были использованы не только для успехов в карьере, но и в любых жизненных ситуациях. Ведь современный человек должен стремиться к эффективности во всем – и в работе, и в жизни. Глава первая. Начни с себя. Куда приводят мечты? Мотивация. Одна из самых важных обязанностей перед самим собой ⁇ понять, что вы действительно любите делать. И прежде чем приступать к использованию реальных методов и инструментов повышения личной эффективности, необходимо внести ясность и решить для себя, чего именно вы хотите добиться в жизни. Ясность ⁇ главная составляющая индивидуальной продуктивности. Действительно, если человек четко знает свои цели, он, соответственно, предполагает шаги их достижения. Такому человеку гораздо проще сделать серьезный выбор в определенные моменты жизни и выполнять вдвое больше работы за меньшее время, потому что у него есть цель, и он придерживается путей и ее достижения. Путаница в мыслях, неопределенные мечты в голове ⁇ то, что в первую очередь мешает человеку получать реальные результаты и в профессии, и в повседневной жизни. Понимание счастья и успеха у людей отличается друг от друга, и базируется оно обычно на тех ценностях, которые человек считает важными лично для себя. Человек, у которого есть конкретная и досягаемая мечта, и самое главное, если он к ней стремится, зачастую готов пожертвовать минутными удовольствиями ради намного большего вознаграждения в будущем. И вы наверняка замечали, что те, кто живет сегодняшним днем, довольствуются малым и не имеют планов на будущее – но неудачлив в плане карьеры. Такие люди убегают от тяжелой работы, снимают напряжение при помощи праздных занятий, а в это время другие стремятся к постоянной деятельности. И кто в итоге станет успешным? Есть еще одна простая истина. Если вы способны целиком просветить себя одной задачей, максимально сосредоточившись на ней, то вы на пути к успеху и большим достижениям. Главное условие ⁇ нужно действовать. Важно поверить, что можно одновременно быть успешным в работе и при этом продолжать обогащать свой внутренний мир. И то внутреннее эмоциональное состояние, которое побуждает человека к действию, и есть мотивация. Для мотивации нужен стимул. Если вы сможете осознать важность возможного результата, если вы способны осмыслить то положительное влияние, которое окажет на ваше будущее какое-либо действие или работа, то вам будет легче взяться за дело и довести его до конца. Конечно, сложно порой взять и сразу начать действовать, но согласитесь, одна мысль о том, что у сложной работы, которую вы никак не хотите начинать, есть завершение и результат, которого вам так хочется достичь, сможет побороть это нежелание. И если существенные и несущественные дела зачастую могут отнимать одинаковое количество времени, то при завершении более важного и сложного мы чувствуем удовлетворение гораздо большее, чем от выполнения мелких заданий. Люди, которые работают продуктивно, продолжают повышать свою эффективность благодаря выбору наиболее сложных задач. И в результате чувствуют себя более счастливыми. Именно возможность выбора определяет наш успех и в работе, и в жизни. Есть один замечательный способ для определения своих истинных желаний. Постоянно взвешивайте все за и против, все возможные последствия своего поведения, любого своего выбора или решения. Мотивируем себя на успех. Чтобы хорошо, а главное, эффективно работать, нужен правильный эмоциональный настрой. Но сохранять в себе бодрость духа, когда над вами повис огромный список дел, кажется невозможным. А постоянно поддерживать позитивное настроение сложно, тем более если вы терпите неудачи. Положительные и отрицательные эмоции определяем только мы сами. Важно суметь правильно интерпретировать происходящее в жизни. Старайтесь оптимистично смотреть в будущее. Только вы сами можете контролировать свое настроение. Научитесь спокойно реагировать на негатив окружающих. Положительно воспринимайте слова и действия людей, а также возникающие трудные ситуации. Никому никогда не жалуйтесь на свои проблемы. Не позволяйте неудачам брать над вами верх. Но как, спросите вы, это возможно? Секрет кроется в самооценке и в управлении внутренним диалогом. Полюбите себя и разговаривайте с собой. Продолжайте себя убеждать, что вы успешны до тех пор, пока сами не поверите и не начнете вести себя как человек с высокой степенью работоспособности. С другой стороны, одними внутренними диалогами себе не поможешь, но с помощью этой книги вы узнаете основные механизмы планирования времени и другие инструменты для повышения личной эффективности, что поможет вам подкрепить правильную мотивацию действиями. Профессор Мартин Селигман исследовал около 20 лет явления оптимизма и пришел к выводу, что оптимизму, как способствующему личностному росту и успеху, качеству, можно научиться. Теория профессора гласит, что оптимисту присущи четыре формы поведения, которым можно обучить любого. Во-первых, оптимисты всегда во всем ищут хорошее или полезное. Во-вторых, из неудач они извлекают ценные знания и опыт. В-третьих, оптимист всегда будет стараться найти решение любой проблемы. И в-четвертых, оптимистично настроенный человек постоянно думает о своих целях и, самое важное, говорит о них. Мы советуем вам равняться на оптимистов. Мечтайте, ставьте цели, уверенно говорите о них самим собой. Так вы сумеете развить в себе решительность и энергию, которую сможете направить на достижение успешных результатов. Глава 2. Ставим цели. Прежде чем перейти к постановке конкретных целей и раскрытию принципов личной эффективности, рассмотрим одну практическую формулу, которая поможет разобраться в своих желаниях и целях. Известный психолог Зиг Зиглер создал простую схему «быть, делать, иметь», при помощи которой можно ответить себе на отнюдь непростые вопросы. Возьмите лист бумаги и нарисуйте три столбца, дав им название «быть», «делать» и «иметь». В правую колонку запишите все то, о чем вы мечтаете и хотите иметь. Дом, путешествие, высокая зарплата, здоровье, образование – Посередине в графе «Делать» запишите все то, что необходимо выполнить для того, чтобы достичь желаемого. И самое непростое решение. Подумайте, кем же вы должны быть, чтобы получить то, что так вам необходимо, и запишите в левую колонку. Перечислите те черты характера, которые, как вы считаете, нужно проявить на пути к вашим целям. Возможно, вы сможете выяснить, чего вам хочется в жизни, и вы попытаетесь продумать пути достижения этих целей. Факторы торможения. Почему случается так, что мы не достигаем поставленных задач и целей? На самом деле существуют всего три фактора торможения на пути к реализации цели. Разобравшись в них, вы сможете прийти к правильной постановке цели и достигнете максимума личной эффективности. Во-первых, спросите себя, могу ли я достичь поставленной цели? Если вы не можете самому себе четко и уверенно ответить ⁇ Да ⁇ то проблема кроется в отсутствии личной уверенности. Вы просто-напросто не верите в то, что можете достичь цели. Вы находитесь в диалоге с самим собой. Я не смогу, а значит не стоит и пытаться. Таким образом, вы либо откладываете дело на потом, либо вообще отказываетесь от его выполнения, объясняя это тем, что это вам не по силам. Итак, первая причина ⁇ неуверенность в достижении цели. Второй причиной может оказаться тот факт, что на самом деле поставленная вами цель не является вашим честным и искренним желанием. Оказавшись под влиянием других людей или сложившихся стереотипов успешности, активно пропагандируемых в средствах массовой информации и в интернете, мы зачастую ставим такие цели, которые в глубине души совершенно не наши. Мы не желаем их достигать. Таким образом, вторая причина ⁇ неверно выбранная цель. Третий фактор торможения ⁇ это незнание путей и способов достижения результатов. То, что случается с большинством. Мы не можем правильно определить последовательность шагов и действий на пути к цели. Проблема отсутствия четкого плана может сильно помешать достичь желаемого результата, зачастую отдаляя цель настолько, что она превращается в что-то несбыточное, далекую мечту, которая может так и остаться всего лишь мечтой. Эффективные советы в постановке и достижении целей Разобраться в том, чего вы хотите добиться в жизни, действительно сложно. Приведенные ниже советы мы предлагаем вам для того, чтобы вы смогли при помощи них перейти от неопределенности мысленных образов к более реальному планированию своей деятельности. Искреннее желание. Это самая сильная мотивация, которая по силам преодоления страха, единственного серьезного препятствия к четкому определению целей. Каждое наше решение основывается на эмоциях, желании или же страхе. Сильная эмоция всегда подавляет слабую, поэтому постарайтесь вызвать в себе желание по-настоящему сильное и искреннее. Задавая себе цель, для начала следуйте четко ее направлению. Нужно ее осознать, продумывая сопутствующие ей подробности и детали. Если ваша цель чересчур сложна и трудна в достижении, то из-за ее отдаленности вы будете двигаться к ней очень медленно и долго, что может привести к потере уверенности. Ставьте цели, которые вам по силам на данном этапе жизни, особенно это касается целей в начале самостоятельной жизни или в начале карьерного пути. Визуализируйте свою цель, запишите ее. Или подойдите к этому творчески, создайте коллаж или рисунок, посвященный вашей цели превращая цель во что-то осязаемое, пусть и на бумаге, мы дадим ей жизнь, а себе четкую установку на дальнейшие действия. Составьте список всех возможных преимуществ вашей цели и побед, которые могут случиться на пути к ее достижению. Чем яснее и правдивее ваше мнение о своем исходном положении, тем более рациональными будут установленные вами временные рамки и пути направления движения. Также установите предельные сроки для всех этапов. Если срок вашей главной цели три года, то разбейте цель на подцели, а те, в свою очередь, на еще одни промежуточные цели и определив краткосрочные цели, вы сможете день за днем двигаться к намеченным результатам. Старайтесь все записывать. Целеполагание от Брайана Трейси. Исследования показывают, что всего лишь около 5% людей способны в письменном виде четко изложить свои цели. И именно они добиваются результатов более высоких, чем их коллеги. Брайан и Трейси в своих известных книгах «Прикладная психология» рекомендует взять листок и ручку и ответить на вопросы, которые приведут вас к постановке личных целей. Давайте рассмотрим этот действительно эффективный, проверенный многими людьми и временем способ целеполагания. Ответьте на следующие вопросы. Какова моя самая главная цель в жизни? Цель, которая способна оказать положительное влияние на мою жизнь? Какие препятствия мешают мне достичь цели? Какие навыки необходимы мне для реализации моих планов? Какие три шага я могу предпринять уже сейчас для достижения цели? В том числе Брайан Трейси разработал методику для достижения целей. Всего семь шагов на пути к ее реализации. Простота методов ничуть не умаляет их эффективности. Первый шаг. Нужно решить, что именно требуется от вас. Вы можете самостоятельно прийти к решению или вместе с вашим начальником – Попросите вашего непосредственного руководителя обсудить с вами задачи и цели вашей работы. Так вам станет гораздо понятнее, что от вас требуют и в каком порядке. Второй шаг. Необходимо все записать. Пытаясь сформулировать задачу на бумаге, вы придаете ей материальные качества. Когда мы держим цель в голове, она кажется чем-то вроде фантазии. А если целей много и они не имеют отображения перед глазами, то происходит путаница, которая может привести ко множеству ошибок, и в итоге будет выбрано неправильное направление. Третий шаг. Установите временные рамки, а также постарайтесь поэтапно распределить время сроков исполнения. Та задача, у которой не определен срок, имеет мало шансов на благоприятное завершение. Вы будете нерационально использовать время и можете даже не успеть выполнить задание. Четвертый шаг. Определите нужные ресурсы и запишите все средства, которые вы планируете задействовать на бумагу. Как только вы будете вспоминать еще о каком-либо нужном инструменте, сразу добавляйте его в список. Перечень необходимых средств и действий также даст вам более обозримую картину того, что вам предстоит выполнить. Пятый шаг. По сути, перед вами уже не список, а план действий. На данном этапе вам нужно расставить приоритеты и последовательность выполнения тех или иных пунктов. Попробуйте визуализировать ход действий с помощью схемы, в которой работа будет разбита на отдельные части, чтобы вам было проще ее выполнить. Ясно изложенные цели и план действий на бумаге сделают результат наиболее продуктивным, а достижения будут гораздо выигрышнее, чем у тех, кто пытался держать все в голове. Шестой шаг. Начинайте действовать. Начать можно с чего угодно, главное энергично приступить к выполнению. Действие ⁇ первый шаг к достижению цели и успеху. Седьмой шаг. Выработайте систему. Выполняйте работу каждый день. Верным помощником будет график работ, в котором необходимо отражать свою деятельность. Нужно все время двигаться вперед. Заниматься самодисциплиной и самообразованием. Расставляем приоритеты. Чтобы работа двигалась быстрее, а эффективность при этом возрастала, нужно уметь правильно расставлять приоритеты в задачах. Лучше потратить большое количество умственных усилий на планирование хода действий, чтобы в дальнейшем наиболее важные дела продвигались быстрее и легче. Естественно, больше вероятности сразу приступить к работе будет тогда, когда вы уверены в значимости и ценности предстоящих дел. Хотим вам порекомендовать коммуникационную платформу для бизнеса от UIS. Этот инструмент с помощью интернета дает возможность работать из любой точки мира с номера домашнего региона или федерального номера 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. Да-да-да. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек. Полная статистика по звонкам и записи разговоров будут доступны в вашем личном кабинете. А возможность интеграции с любой CRM-системой поможет видеть информацию о клиенте еще до начала разговора. Это только малая часть того, что может предоставить данная компания. Когда-то это все стоило огромных денег, но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. Не зря у UIS самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите по ссылке в описании и получите первый месяц обслуживания в подарок. Правило 80-20. Одно из самых полезных правил в управлении делами и временем, а в особенности в расстановке задач по приоритетности. Правило 80-20 или принцип Паретта, названный так в честь экономиста, который сформулировал этот закон в 1895 году. Итальянский ученый отмечал, что социум сам по себе естественным образом делится на две группы – элита, составляет 20%, включающая в себя влиятельных и богатых людей, а остальные 80% составляет масса. Позднее было обнаружено, что экономическая деятельность людей работает также по этому принципу. 20% усилий приносят 80% результата. То есть 20% клиентов принесут 80% выручки. Таким образом, два пункта из десяти могут стоить в пять или десять раз больше, чем оставшиеся. Как это правило мы можем использовать в расстановке приоритетов? Все очень просто. Бывает такое, что есть 10 заданий, и все они требуют одинакового количества времени на выполнение. Но всегда будет одно, два или три, которые будут ценнее по сравнению с другими. Это то самое задание, которое нужно брать на выполнение первым. К сожалению, именно такие, требующие больше всего затрат личных ресурсов или времени, или того и другого задания, всегда откладываются на потом и вместо него загружают себя мелкими задачками, которые малоценны с точки зрения общего результата. Нужно понять, что самые существенные задачи одновременно и самые трудные. Но вкладывая силы в первую очередь в выполнение таких дел, мы сможем получить отдачу. Научитесь противостоять соблазну начать с простых, из тех самых 80% задач. Метод ABCDE Сила этого метода в легкости его применения. Его можно использовать изо дня в день для планирования задач на день, недели и месяцы. Итак, все очень просто. Возьмите список дел. Правила составления реально работающего списка дел вы найдете в главе 4. Перед тем, как начать выполнение первого пункта, следует поставить напротив него букву A, B, C, D или E. Эти буквы обозначают степень важности дела. A – очень важное дело. Это то задание, которое обязательно надо выполнить. Встреча с важным клиентом, годовой отчет по работе или ваше выступление на совещании. Обычно это дело, невыполнение которого приведет к серьезным негативным последствиям. С другой стороны, если вы его выполните на отлично, то наметятся положительные сдвиги в дальнейшем. В списке может быть несколько пунктов A. Постарайтесь среди них выбрать очень-очень важное дело и помечайте их соответственно. A1, A2, и так далее. B. Желательное дело. Естественно, вы не можете приступить к выполнению дел под буквой B, пока остаются невыполненные под буквой A. Это те дела, которые вам надо было бы сделать, но последствия от их выполнения или невыполнения не сильно отразятся на вас. Проверка электронной почты, ответы на звонки и письма. C. Эти дела не связаны непосредственно с вашей работой. Это те дела, которые не будут иметь последствий для вашего карьерного роста. Перерыв на обед, уборка рабочего места, звонки личного характера. D. Те дела, которые можно перепоручить. Чем больше у вас дел, помеченных этой буквой, тем лучше для вас. Вы сможете бросить все силы на выполнение дел с буковкой A. И обычно эта буква нужна при пересмотре планов, когда появляются в силу новых обстоятельств дела более важные и сложные. В таком случае все дела под этой буквой смело вычеркиваются. Так работают два самых популярных метода 80-20 и ABCDE. Есть еще несколько советов, которых мы вам советуем придерживаться в вопросах расстановки приоритетов. Во-первых, не жалейте времени на то, чтобы разобраться со своими целями и приоритетами. Важно, чтобы поставленные задачи не завели вас в тупик. Всегда тщательно продумывайте, приведут ли запланированные действия и порядок их выполнения в направлении чего-то, что будет иметь для вас ценность. Во-вторых, не жалейте времени потраченного на выполнение заданий высокого приоритета. В-третьих, запомните, что самое главное в расстановке приоритетов ⁇ это ваша способность делать выбор. Все зависит только от вас. Глава третья ⁇ Управляй временем. А вы замечали, что порой, вкладывая максимальные усилия, умственные, физические, эмоциональные, вы все равно не приходите к успешным результатам? Правильная организация своего времени ⁇ вот еще один основной принцип на пути к личной эффективности. Если с умом подойти к распределению своего рабочего времени, то производительность увеличится без вреда для эмоционального и физического состояния. И в свою очередь появится свободное время, которое можно посвятить и новым проектам, и своим любимым занятиям, и общению с друзьями и родными. Кто-то думает, что это невозможно или леет мечту о восьмом дне недели. Да, на первый взгляд это может показаться нереальным, но для начала давайте разберемся, почему вам постоянно не хватает времени. Кратко пройдемся по ошибкам в организации времени, чтобы потом перейти к способам их устранения. Ошибки в организации времени. Конечно, первой ошибкой является отсутствие целей а точнее отсутствие конкретных представлений о том, чем вы хотите заниматься и что вы хотите иметь в вашем обозримом и необозримом будущем. Личные цели очень важны в организации времени. Если у вас есть цели, значит вы знаете, к чему стремитесь и примерно можете рассчитывать время и ресурсы, которые вам понадобятся для выполнения тех или иных задач на пути к цели. Когда у человека нет цели, время начинает казаться не столь ценным, и оно, как говорится, уходит впустую. Еще одна ошибка целеполагания может привести к нерациональному использованию времени, и о ней было сказано ранее. Неправильно выбранная цель. Второй ошибкой является неправильная расстановка приоритетов. Как часто бывает такое, что вы беретесь за все сразу и в итоге ничего не успеваете? У вас есть несколько заданий, вы беретесь за одно и не успев довести его до конца, берете за другое. Итоги будут неутешительны. Качество работы окажется низким или что хуже. К сроку сдачи работы вы просто не успеете закончить начатое. И время опять окажется потрачено впустую. Вторая ошибка также проявляется в неспособности говорить нет. У вас нет времени выполнить свою работу, но вы не можете отказать в помощи коллеги. Или на вас навалились домашние дела, которые уже давно пора привести в порядок, но друзья зовут провести вечер вместе с ними, и вы не можете им отказать. Это проблема выбора, проблема расстановки приоритетов. Возможно, на данном этапе вы не замечаете ее негативного влияния. Но в дальнейшем неправильная расстановка приоритетов может сильно помешать вам, особенно в профессиональном плане. Задумайтесь, каких вершин вы могли бы достичь, вовремя сказав «нет». Привычка браться за слишком много – это самая распространенная ошибка среди руководителей. Связано это в некоторой степени и с переоценкой собственных возможностей и одновременно с преуменьшением способностей подчиненных. Пытаясь взять все под собственный контроль, руководитель рискует не только потерять авторитет, но и снизить эффективность работы всей организации. Третья ошибка – отсутствие планирования режима дня. Бывает и так, что человек занимается планированием и ведет список дел, но в итоге время используется все равно непродуктивно. Эффективность падает, цели не достигаются. Тогда, возможно, дело в неправильности составления планов. Четвертая ошибка ⁇ прокрастинация. Постоянное затягивание со сроками начала или сдачи работы порождает внутреннее чувство вины, которое в свою очередь мешает приступить к исправлению сложившейся ситуации. Вы откладываете и откладываете дела на потом, и в итоге дел накапливается так много, что вы уже не знаете, как начать их выполнение. Этот замкнутый круг действительно опасен. Человек начинает терять чувство уверенности в себе и своих способностях, что влечет за собой негативный эмоциональный настрой. Ситуация может развиться вплоть до возникновения депрессии. Так называемая прокрастинация проявляется не только в откладывании важных дел, но и в ничего не делании. Этот недуг становится уже определением современного поколения, которое не мыслит и минуты без социальных сетей, развлекательных сайтов, компьютерных игр и проведения всего свободного времени за просмотром сериалов. Пятая ошибка. Вы не отдыхаете. Вы работаете всегда и везде, берете работу на дом, работаете в отпуске. Это так же плохо, как и частые перерывы в работе, из-за которых невозможно сосредоточиться должным образом на выполнении дел. Непрерывное решение задач, горы, бумаг, телефонные звонки могут отнять у вас последние силы, а на лечение неврозов уйдет гораздо больше времени – ну что ж, если вы обнаружили среди описанных выше ошибок, свойственные вам, то необходимо срочно переходить к их устранению. Мы предлагаем вам некоторые простые, но эффективные правила и методы, которые стоит взять на вооружение и для того, чтобы выполнение заданий и проектов продвигалось быстрее и не в ущерб качеству, а рабочие вопросы решались без больших физических нагрузок и эмоционального напряжения. Индивидуальные часы или секреты планирования У каждого существуют свои биологические часы. Ученые давно пришли к выводу, что биоритм человека напрямую определяет активность мозга, в том числе циклы физической, умственной и эмоциональной активности. Поэтому попробуйте понаблюдать за собой и своим организмом, чтобы выяснить, в какое время суток вы чувствуете себя максимально активным. Определив, в какое время вы наиболее работоспособны, попытайтесь в дальнейшем эти часы посвящать важным заданиям или проектам, наиболее приоритетным в вашем плане. Активность мозга напрямую влияет на нашу работоспособность. Рассмотрим общепринятые часы максимальной работоспособности для человеческого организма. Время с 6 до 7 утра. В этот час вся услышанная или прочитанная информация легко усваивается. Если вы встаете в это время, вам несказанно повезло, долговременная память работает на максимуме. Не тратьте это время зря. За чашечкой кофе или чая читайте, а если в это время вы находитесь в транспорте или за рулем, то слушайте аудиокниги или, например, аудиокурсы по иностранному языку, до которых никак не доходили руки. Ну или нашу аудиокнигу. Время с 8 до 11 утра одни из самых плодотворных часов за сутки. Все дело в том, что в этот промежуток времени активно включено логическое мышление, что позволяет с легкостью заниматься работой информационного и аналитического характера. Также это время благоприятно для работы со статистикой. Время с 11 до 12 дня. Интеллектуальные способности мозга начинают снижаться. Рекомендуется заняться чем-то отвлеченным позвольте себе немного расслабиться. Также этот час называют творческим. И совсем не зря активно начинает работать правое полушарие мозга, которое отвечает за образное мышление. Время с 14 до 18 вечера. Вторая волна активности мозга, в том числе и всего организма в целом. В это время максимально успешны занятия спортом, труд, где необходимы физические усилия. Время с 18 до 20 вечера. Исследователи отмечают, что в эти часы скорость реакции человека достигает своего пика. Однако при этом психическое состояние нестабильно, возможны нервные срывы. В это время самое главное не довести активность мозга до состояния переработки. Первый признак работы на износ ⁇ трудности с засыпанием в привычное для вас время. Время с 20 вечера. Нормализуется общее психическое состояние, хорошо работает память. Также многие отмечают, что с 8 вечера тяжело переносится одиночество, так что не отказывайте себе в общении с родными и друзьями. Наиболее знакомый нам ритм бодрствования – сон, связан со сменой дня и ночи. И как бы то ни было, этот ритм неизменяем. Например, температура тела повышается к вечеру, а за несколько часов до пробуждения падает. В свою очередь, работа органов пищеварения ночью приостанавливается и возобновляется с восходом солнца. Исследования показали, что даже если человек работает по ночам и использует энергетические стимуляторы, напитки и добавки, содержащие кофеин, таурин, гуарану, суточный цикл организма все равно сохраняется – в период между двумя и четырьмя часами ночи человек начинает испытывать трудности с памятью и координацией движений. Падает острота зрения, что приводит к появлению большого количества ошибок при выполнении интеллектуальной работы или заданий, требующих внимательности. Старайтесь предотвращать ситуации, когда приходится доделывать работу дома поздно ночью. Если вы фрилансер, то распределяйте свое рабочее время так, чтобы оно совпадало с часами наивысшей активности организма суточный ритм человека, а именно периоды подъемов и спадов активности, индивидуальны. Одни с легкостью встают в 6 утра и готовы к работе, а другие в это время видят только первые сны. Да, с малых лет мы слышим о жаворонках и совах, и, скорее всего, вы причисляете себя к кому-то из пернатых. На самом деле существует немало тестов на выявление так называемого хронотипа. И наиболее популярен тест Хорна-Отсберга. Его онлайн-версию вы без труда найдете в интернете чем вас, может быть, увлечь эта информация, поможет вам. Ну, во-первых, благодаря знанию о том, в какие часы ваша активность на пихе, вы сможете использовать время более продуктивно. Если вышеописанные часы активности мозга и организма характерны для хронотипа голубь, наиболее распространенный тип среди людей, живущих по общепринятому режиму труда и отдыха, а также легко подстраивающихся к переменам, то для совы и жаворонка приведенные промежутки активности зачастую не подходит. Рассмотрим некоторые рекомендации для них. Жаворонки, как известно, не испытывают трудностей с пробуждением ранним утром, но это чревато такой проблемой, как сонливость в обеденные часы и особенно в конце рабочего дня. У большинства из них наблюдаются два периода за сутки, когда интеллектуальная активность на максимуме, и что дает им преимущество перед совами. Эти пики активности длятся дольше по времени. Первый начинается утром примерно 8-9 часов и заканчивается в полдень, а второй с 4 часов дня до 6 вечера. Что касается периодов, благоприятных для физической активности, то это утренние часы с 7 до 11 и вечерние с 4 дня до 7 вечера. Врачи отмечают, что такому типу людей желательно перед сном не перегружать себя, поэтому если вы жаворонок, постарайтесь за час до сна не заниматься работой, которую вы взяли на дом или самообразованием. Лучше будет, если вы в это время займетесь домашними делами. Вечерняя прогулка и общение с близкими пойдутся как нельзя кстати. Совы с удовольствием просыпались бы в 10-11 часов утра, а то и позже. Но в большинстве своем графике работы ориентированы на голубей и жаворонков. Поэтому мы можем только посоветовать, как смягчить этот неприятный момент пробуждения ранним утром. Во-первых, разбудите свое тело. Постарайтесь после звонка будильника не позволять себе еще минуточку. Лучше пересилить себя и принять контрастный душ. Во-вторых, подберите для себя энергетический завтрак. Не на всех одинаково бодрящий с утра действует кофе или крепкий черный чай. Одними из самых энергетически богатых натуральных продуктов являются мед, лимон и сорта зеленого чая, в особенности мате. В-третьих, не забывайте о своих мечтах. Мотивируйте себя на день, думайте о приятном, как только открыли глаза. И естественно, что пики активности сов и жаворонков отличаются – у сов насчитывается три периода максимальной активности. Приблизительно они выпадают в такие часы. Дневной с 13 до 14 часов, вечерний с 18 до 20 и ночной с 22 часов до часу ночи. Самым плодотворным обычно оказывается третий. Если вы сова, то для наибольшей эффективности реализуйте свои планы именно в эти часы. Для занятий, в которых приходится задействовать физическую активность, предпочтительно выбрать время в промежуток с 14 до 21 часа. Разобравшись со своими биоритмами, попытайтесь составить режим дня, в котором намеченные дела будут выпадать на благоприятные для этого часы. Подойдите к этому творчески. Визуализируйте свои часы в рисунке, на котором будут отображены периоды активности и часы спада энергии. И запомните, что к какому бы хронотипу вы ни относились, не доводите организм до состояния перегруженности. Составляйте распорядок дня согласно вашим биологическим часам и старайтесь изо дня в день вставать и ложиться спать в одно и то же время. Прислушиваясь к своим биоритмам, вы тем самым избегаете переработки и сопутствующих ей стрессовых ситуаций, негативно отражающихся на личной эффективности. Диагноз прокрастинация. Причины лечения. В начале главы при описании ошибок, влияющих на неправильность организации времени, мы указали прокрастинацию и раскрыли значение этой болезни современности. Даже если вы никогда до этого не слышали слово прокрастинация, мы уверены, что с его смыслом вам приходилось сталкиваться. На данном этапе мы постараемся помочь искоренить постоянное откладывание дел на потом. Во-первых, нужно понять, что это действительно вредная привычка. Минусов и негативных последствий от прокрастинации много. Перечислим наиболее опасные последствия. Даже если мы завершаем намеченные дела, то происходит это в спешке и в итоге получаем некачественный результат. То есть прокрастинация вредит рабочей производительности и продуктивности, что в дальнейшем препятствует достижению целей и мешает следовать за нашей мечтой. Прокрастинация способствует повышению уровня стресса, подрывает положительные эмоциональные настрой, загоняя в круг постоянных негативных мыслей. Прокрастинация порождает чувство вины, нанося вред самоуважению. Откладывая все на потом, вы начинаете думать о том, что вы ленивы, недисциплинированы, некомпетентны в своей профессиональной сфере. Прокрастинация отнимает у вас время. Зачастую она вынуждает потратить гораздо больше времени, заставляя работать дольше за счет ограничения в других сферах жизни. Для того, чтобы избавиться от прокрастинации, нужно найти причину ее появления. Какие же могут быть причины? Причина номер один. Неправильно расставленные приоритеты и отсутствие эффективно работающего списка дел. Причина номер два. Вам не нравится определенное задание, которое вам поручили выполнить. Причина номер три- боязнь принятия решений, вы боитесь, что совершили ошибки, и это приводит к невозможности завершения работы. Причина номер четыре: вы не можете завершить работу из-за перфекционизма, постоянно возвращаетесь к доработке в попытке довести все до идеального состояния. Причина номер пять: вы боитесь приступить к работе, не уверенной в собственных силах. Нужно понимать, что прокрастинация проявляется в тот момент, когда мы себе даже не представляем, что она принесет вред. Существует один простой пошаговый рецепт в лечении прокрастинации. С него и начнем. Выбери самое важное. Выберите самую важную задачу и убедитесь, что вы ее хотите выполнить. Если ничего не получается, возвращаемся к вопросам мотивации и приоритетности дел. Вернитесь к пунктам ⁇ Начни с себя ⁇ и расставляем приоритеты подготовься. Опираясь на знание своих пиков активности и благоприятных часов для разных видов деятельности, запишите это важное дело первым в своем дневном списке дел и приступайте к его выполнению. Уберите с рабочего места все, что вам мешает, если это возможно. Отключите интернет. Если работа без него невозможна, то попросите коллегу или родных в зависимости от вашего места работы поставить пароли при входе на те сайты, из-за которых вы прокрастинируете больше всего действуй. Просто начните. Преодолейте себя, дайте себе установку, что вы собираетесь работать только 20 минут. Откажитесь от идеальности выполнения. Просто делайте, ну хоть как-нибудь, просто начните шевелиться. Награждайте себя через установленные промежутки времени чашечкой кофе, прогулкой. Загляните в любимые социальные сети и сайты, наконец. Главное, не затягивайте с перерывом, установите таймер на 3-5 минут. Другие полезные инструменты в борьбе с прокрастинацией. Отвлекайтесь от рутины. Всплеск положительных эмоций поднимает вам настроение и отвлекает от негативных мыслей. Посвящайте выходные дни не только домашним делам и не просиживайте все свободное время в интернете или за компьютерными играми. Не забывайте о тех занятиях, которые вам всегда приносили позитивные эмоции. Прогулки за городом, встречи с друзьями, поход в кино. Также старайтесь пробовать что-то новое. Покатайтесь на лошадях, сходите в дельфинарий или запишитесь на какие-нибудь редкие курсы. Например, курсы флейринга или курсы фумелье. Это пробудит вас интерес к жизни и взбодрит новыми эмоциями. Отдыхайте правильно. Сидите вечерами до поздней ночи у телевизора или компьютера и вините себя за неуполнение важных дел. Лучше выйти прогуляться, выпить чаю на травах и лечь спать. Отдых на свежем воздухе и полноценный сон эффективно излечивают прокрастинацию. Тренируйте силу воли. Не получается натренировать силу воли в рабочем процессе? Начните с тренировок на отвлеченных занятиях. Например, делайте зарядку по утрам или вечернюю пробежку. Развивайте самодисциплину. Глава 4. Инструменты порядка. Правила ведения списка дел. Ведение списка дел – это не просто, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно научиться составлять его правильно, чтобы он был действенным и полезным для вас. Не стоит игнорировать его составление, так как это базовый инструмент организации времени и дел приведем советы по составлению эффективного списка. Самое важное в ведении дел, как мы уже писали ранее, это расстановка приоритетов. Поэтому при составлении списка недостаточно просто перечисления намеченных заданий, необходимо их разделение по степени важности. Самый простой способ – использовать ранее предложенную систему ABCDE, помечая буквой каждый пункт. Для того, чтобы оценивать свои силы и время в дальнейшем, несколько дней записывайте, сколько времени уходит у вас на то или иное задание. После вы сможете указывать приблизительное время выполнения заданий одного типа в своем плане, что упростит планирование рабочего дня, недели или месяца. Как же пользоваться списком дел? Во-первых, не прекращайте его ведение, вносите корректировки, вычеркивайте выполненное, добавляйте новые дела – во-вторых, не обязательно идти строго по списку от первого пункта и до последнего по порядку. Подходите к намеченным делам системно и критически. Пересматривайте ранее расставленные вами приоритеты. Возможно, то, что в начале недели казалось вам самым важным, в середине недели уже станет не столь актуальным ввиду сложившихся новых обстоятельств. И в-третьих, установите для себя систему поощрений – Побалуйте себя любимой сладостью за выполнение самого неприятного задания или покупкой, о которой давно мечтали, за выполнение недельного плана. И еще кое-что. Просчитывая время, которое вы планируете потратить на выполнение списка дел на день, не забывайте о себе. Если в планировании сложилось так, что на все нужно больше времени, чем привычное количество часов вашего бодрствования, то смело вычеркивайте и переносите менее приоритетные дела на день следующий. Не стоит забывать о своем здоровье и доводить себя до переутомления. Таймбоксинг – новый инструмент в организации дел. Таймбоксинг – это электронная программа и метод для приведения дел в порядок, который, в отличие от традиционных способов составления списка и заполнения ежедневников, более эффективен и не так однообразен. Таймбоксинг от английского «время» и «коробка» – отведение фиксированного времени на каждое дело. Используя этот метод, вы делите рабочее время на временные коробочки и раскладываете по ним свои дела. Таким образом выстраивается структура дня, а наличие временных ограничений делает ваш труд более продуктивным. Таймбоксинг позволяет расставлять приоритеты, выставляя коробочки с главными делами на первое место. Использование таймбоксинг удобно для выполнения крупных задач, которые на первый взгляд кажутся непосильными. Разделяя большую задачу и выделенное на нее время на части, метод делает выполнение задания более реальным. Можно создавать временные коробочки для маленьких задач, вроде ответов на письма и телефонные звонки. Если прозвенел будильник, а вы еще не выполнили задание, не спешите бросать начатое. Постарайтесь подвигать временные коробочки, чтобы найти оптимальный вариант корректировки плана рабочего дня. С другой стороны, этот инструмент поможет перфекционистам бороться с их привычкой. Также с его помощью можно создавать коробочки отдыха, которые будут находиться, к примеру, между двух самых приоритетных. Создаем рабочее пространство. Советы по созданию рабочего пространства особенно пригодятся прокрастинаторам, так как идеальная не отвлекающая внимание обстановка ⁇ одно из важных условий выполнения дел для таких людей. Но запомните, на самом деле не идеальное пространство важно в первую очередь, а правильная мотивация и желание действовать. Итак, рекомендации по созданию рабочего пространства. Перед запланированным временем работы выделяйте 15 минут на уборку. Избавляйтесь от всего, что может вас непосредственно отвлекать. Уберите лишние бумаги и предметы в ящике стола. На рабочем столе компьютера уберите неиспользуемые ярлыки и файлы в отдельную папку. Вы можете разобрать их и потом, выделив отдельное время или потратить на это нерастраченные минуты, запланированные на какое-либо дело. Оградите себя от лишней информации. Если вы можете обойтись без интернета, то закройте браузер, отключите оповещения социальных сетей и оповещения на мобильном телефоне. Если есть необходимость в звонках по рабочим вопросам, то настройки мобильных устройств позволяют разделить контакты на группы и настроить режимы звонков. Таким образом, вы можете создать группу номеров, необходимых по работе, и быть на связи с теми, без кого рабочий процесс невозможен. При этом вы не будете отвлекаться на личные разговоры с друзьями или родными. Отдельного внимания заслуживает создание красивого чистого рабочего стола. Бумаги. Посмотрите вокруг. Бумаги просто повсюду, на столе, в ящиках, на полу. Срочно вносите коррективы в ваш список дел на день, вписав разбор бумаг. Это может занять время, но поверьте, это время будет проведено с пользой. Во-первых, соберите все бумаги в одну пачку и начинайте с первого документа. Принимайте решение быстро. Все, что важно, незамедлительно архивируйте. Что не важно, смело выбрасывайте. Не откладывайте на потом и не копите новые кипы бумаг. Стены. Существует привычка, знакомая каждому. Мы вешаем на стены рядом с рабочим местом все, что угодно, начиная с фотографий домашнего питомца и заканчивая репродукциями известных картин. В том числе это могут быть какие-то развлекательные, шутливые картинки. Возможно, это вас вдохновляет, но на самом деле отвлекает. Замечали ли вы, что иногда тратите драгоценные минуты, бездумно разглядывая эти картинки, хотя вы их видите каждый день? Снимите все повесьте на стену хороший календарь. Если у вас есть какой-то мотивирующий знак, который напоминает вам о цели, то его тоже можно оставить. Безделушки и мелочь. Соберите канцелярские предметы в специально отведенное для них место. Это может быть и отдельный ящик, и пенал, и органайзер для канцтоваров – а вот различные безделушки, статуэтки, декоративные украшения, рамки с фото, которые отвлекают внимание, смело убирайте из своего рабочего пространства. Не подвергайте себя опасности прокрастинации. Компьютер тоже требует уборки. Первое, что мы видим, это рабочий стол на экране монитора. У большинства он захламлен иконками, что сильно затрудняет работу, и иногда мы просто не можем найти что-то нужное в этом цифровом беспорядке. Создайте минимальное количество иконок и папок на рабочем столе, которые действительно необходимы. В качестве обоев выбирайте нейтральную фоновую картинку. Фото ваших детей или коллаж с дружеской вечеринки помешает настроиться на рабочее настроение и будет отвлекать вас на протяжении дня, уводя в мечтания и воспоминания. Комфорт. Рабочее место должно быть не только функциональным, но и комфортным. Позаботьтесь о хорошем освещении и удобной мебели для плодотворной работы. Глава 5. Полезные привычки. Правила тренировки. Какие привычки полезны, а какие вредны? Полезные привычки – это важный навык для повышения личной эффективности умение привносить в свою жизнь новые привычки и их тренировать повысит продуктивность труда и поможет правильно организовать свое время. Все знают, что употребление алкоголя или курения – это плохие привычки. При отказе от сигарет у заядлого курильщика происходит так называемая ломка. У него настолько выработанная привычка, что он не мыслит жизнь без нее. Главное свойство привычки, вредная она или полезная, в том, что человек делает ее на автомате – это свойство мозга, он осознает некий алгоритм и сохраняет его, выдавая его в последующем, каждый раз усиливая, оттачивая. Мозг воспринимает и вредные, и полезные привычки одинаково. Значит, мы можем вводить новые полезные привычки в свою жизнь путем постоянного их выполнения. И наоборот, исключать вредные привычки, которые препятствуют росту личной эффективности. Поэтому начните изменять или вводить новые привычки. Вредные влекут негативные последствия, а полезные дадут положительный результат. Но это будет не так просто, так как могут уйти месяцы на каждодневные рутинные действия и временами придется бороться со своей ленью. Начните с выявления своих вредных привычек. Возьмите листок и ручку, задайте себе вопрос, какие у меня есть вредные привычки, и запишите все, какие сможете вспомнить. Возвращайтесь к списку, как только вспомните или обнаружите у себя еще одну негативную привычку. Запаситесь большой толстой тетрадью, да-да-да, объем может быть очень велик. Вредные привычки условно можно поделить на две большие группы. Негативно влияющие на физиологию, что зачастую сказывается и на психологическом состоянии. И привычки, воздействующие на мышление и психику. От привычек из первой группы – курение, алкоголизм, кофемания – избавиться сложно. В некоторых случаях, возможно, только при вмешательстве специалистов. Привычки второй группы не так страшны для здоровья и разобраться с ними намного проще. Напомним, речь идет о психологических зависимостях. И хоть они разрушают не организм, но забирают не менее ценное ваше время и успешное будущее. Это все те же компьютерные игры, постоянное использование мобильных телефонов, зависание в интернете, потребление совершенно ненужной информации, а также откладывание дел на потом, излишнее стремление быть идеальным и привычка опаздывать. Итак, вы составили список своих вредных привычек. Подумайте, какие полезные привычки вы бы хотели ввести в свою жизнь. Если ничего не приходит в голову, то для начала это могут быть привычки, противоположные вашим вредным. Например, если у вас есть привычка все время опаздывать, то напротив нее можно записать привычку быть пунктуальным. Составив два списка, приступайте к выполнению следующего задания. Напротив каждой привычки укажите три первых действия борьбы для вредной и три первых шага по внедрению для полезной. Постарайтесь выполнить по одному действию в этот же день. Никогда не забывайте правила. Пока не начнете действовать, ничего не изменится. Тренируем полезные привычки. Любая привычка зависит от пяти пусковых механизмов. Время дня, место, окружающая обстановка, люди, сопутствующая эмоция и ранее существующие привычки. Таким образом, если вы продумаете пусковые механизмы, привяжете привычки к определенному времени и обстоятельствам, то процесс их автоматизации будет происходить быстрее. И наоборот, если разобраться в механизмах, которые запускают вашу вредную привычку и искоренить их, то есть все шансы от нее избавиться. Еще один важный момент по внедрении полезной привычки – это назначение вознаграждения. Поощрять себя необходимо, потому что подсознательно, ну, рано или поздно, вы начнете искать отрицательные проявления новой привычки, чтобы оправдать нежелание заниматься ею. Помимо системы вознаграждения, нужно продумать действия на случай того, если вы все-таки начнете отлынивать. Наказание должно действовать по принципу, если я не сделаю это, то взамен я должен сделать... Таким образом, запустив механизмы и продумав систему вознаграждения, день ото дня вы будете тратить все меньше сил на преодоление своей лени. С легкостью будете выполнять определенные действия, и привычка постепенно войдет в вашу жизнь. А теперь перейдем к тем полезным привычкам, которые мы вам советуем включить в свою повседневную жизнь. Чужой пример заразителен. Старайтесь превратить в привычку общение с теми людьми, поведение и успехи которых вызывают у вас восхищение. Не зря говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Общаясь с людьми, чьи жизненные принципы и поведение являются примером для подражания, вы сможете перенять положительные качества. Все по порядку. Об этом мы уже писали. Повторим еще раз: не беритесь за все сразу. Расставляйте приоритеты и выполняйте поставленные задачи по степени их важности. Один в поле воин. Бывает так, что близкие и друзья против вашего выбора, например, в профессиональной сфере. Но это ваша мечта и ваша жизнь. Привычка слушать окружающих может привести к разочарованиям. Боритесь с ней и идите в выбранном вами направлении. Ведите список дел. О важности и правильности ведения списка дел мы писали выше. Пусть это станет вашей привычкой. Проанализировав свои записи, вы станете понимать, что отнимает у вас время без ощутимого результата. Несложный процесс ведения плана и фиксированное использованное время может сильно помочь в увеличении личной эффективности. Ставьте напоминания. С помощью календаря вашего мобильного устройства устанавливайте напоминания о важных событиях. Например, покупка подарков обычно отнимает много времени. Не откладывайте все на последний день. Ставьте напоминания за месяц. Разберите почту. Отпишитесь от рассылок, которые вас не интересуют. Оставьте самые важные. Готовьтесь заранее. Перед важными встречами или телефонными разговорами составляйте план вопросов, которые вы бы хотели обсудить. Это поможет вам не только справиться с волнением, но и сэкономит ваше время и время партнеров. Независимый контроль. Иногда полезно бывает сообщить о своих планах друзьям или родным. Своими вопросами о достигнутых вами результатах они будут подстегивать к достижению поставленных целей. Самая приятная привычка и о ней было уже много сказано. Достиг результата, получи награду. Одна из лучших мотиваций ⁇ получение вознаграждения. Думайте о завтрашнем дне. Тренируйте привычку планирования задач на завтра. В конце рабочего дня определите задачу и подготовьте нужную информацию с инструментами, необходимыми для ее выполнения. Увеличьте скорость. Определите ваш темп выполнения работы и осознанно сделайте его быстрее. Тренируйтесь читать и печатать быстрее. Глава 6. Учиться никогда не поздно. Самосовершенствование. Одной из причин, почему человек не приступает к выполнению дел, является неуверенность в собственных силах. Более того, это может быть связано с низким уровнем владения навыками, необходимыми ему для работы. Этого ощущения неполноценности и слабости, пусть даже и в одной области, достаточно, чтобы отбить желание переступать к выполнению задания. Поэтому старайтесь тренировать свои навыки, повышайте уровень своих знаний в самых важных сферах вашей профессиональной деятельности. И не забывайте тот факт, что время идет, мир меняется, и меняются его требования и на уровне знаний, и на уровне опыта. Самосовершенствование, тренировка навыков и самообразование необходимые на современном этапе, составляющие в понятии личной эффективности. Повышение квалификации. Основа личной продуктивности. Самая лучшая методика ⁇ совершенствование навыков. Повысив свои личные и профессиональные умения, вы будете быстрее справляться с работой. У вас появится больше желания приступить к новым делам. Чувствуя себя уверенным, вы не станете никогда откладывать дела на потом, а наоборот сделаете все качественнее и в более короткие сроки, то есть эффективно. Всего один дополнительный навык или небольшое количество новой информации уже способно повысить работоспособность. Определив самые важные области своей деятельности, вы сможете составить план для повышения квалификации. В наше время существует огромное количество курсов, каждый может с легкостью освоить или улучшить любой навык. Знание английского языка, владение ораторским искусством и многое другое. Во-первых, выделяйте каждый день по часу на чтение литературы по нужной вам тематике. Получая новую информацию, вы сможете работать более продуктивно. Во-вторых, посещайте доступные для вас лекции, занятия, курсы, с помощью которых вы сможете почерпнуть нужное для своей работы – Занимайтесь из дома с помощью самоучителей и аудиокурсов. Чем больше вы узнаете нового, тем увереннее будете чувствовать себя и охотнее браться за работу. Вперед за знаниями. Самообразование. Прекрасной альтернативой второму высшему образованию или курсам повышения квалификации может стать самообразование. Плюсов в самообразовании предостаточно. Во-первых, оно позволяет самому выбирать нужный для вас материал по интересующей теме. Вспомните, как составлены программы формального образования, сколько там лишнего и устаревшего материала. Вот и второй плюс самообразования – его возможность дать вам актуальные знания. Процесс перехода современных разработок в образовательные программы и книги длится годами, а узнать про новые идеи можно благодаря интернету здесь и сейчас. Особенно это касается сферы информационных технологий. Видеоуроки по программированию находятся в открытом доступе для всех желающих. Это третий плюс. Самообразование доступно каждому, и что приятно, получить новые знания можно совершенно бесплатно. Например, посещая конференции и участвуя в вебинарах. Кажется, есть один очевидный минус в самообразовании. Это отсутствие контроля тренера, преподавателя. Но в силу актуальности и индивидуальности такой вид образования более эффективен. Мотивация на обучение выше, потому что вы можете ощущать выгоду практически сразу, применяя полученные умения на практике. И это дает силы и желание продолжать процесс обучения. И еще один плюс. Самообразование развивает в человеке чувство самодисциплины. С чего начать? Вы можете приступить к изучению техник скорочтения и эффективного запоминания. Данные навыки позволят еще больше повысить эффективность дальнейшего самообразования. В главе, посвященной организации времени, мы упоминали, как с умом тратить часы, которые нам приходится проводить в транспорте, по пути на работу. Да, это прекрасная возможность, когда можно заняться самообразованием не в ущерб рабочему времени. Прослушивайте аудиокурсы, аудиокниги, лекции или иностранное радио для развития знаний языка. Если есть такая возможность, читайте печатные книги или периодику, смотрите обучающие видеоуроки и семинары в дороге. Используйте временные резервы максимально эффективно. Интернет это не только вредные социальные сети, отвлекающие нас от работы. Интернет полезный ресурс для самообразования. Например, для закрепления материала на изучаемую тему зарегистрируйтесь на тематическом форуме и общайтесь с людьми, которые поддерживают ваши интересы и начинания. Также интернет будет полезен и в изучении языков. Помимо использования различных ресурсов, посвященных этому, вы также сможете развивать практические навыки говорения с носителями языка. Вообще любой появившийся вопрос благодаря сети можно превратить в тему для самообразования. Не знаете, как приготовить то или иное блюдо? Загляните на кулинарные сайты. Услышали незнакомое слово, найдите его значение и случаи употребления. Не останавливайтесь на предложенном, ищите альтернативные и интересные способы расширить свой кругозор. Послесловие. И напоследок еще раз сведем основные методы ведения дел для повышения личной эффективности воедино. Эти основные рекомендации призваны помочь вам в организации дел. Они помогут работать быстро и качественно, без стрессовых ситуаций. Мотивируйте себя на успех. Фиксируйте цели и задачи на бумаге. Планируйте свой день, ориентируясь на индивидуальные часы. Составляйте списки дел или используйте таймбоксинг. Следуйте правилу 80-20 и принципу ABCD для расстановки приоритетов. Тренируйте полезные привычки. Следите за порядком на рабочем месте. Занимайтесь саморазвитием и самообразованием для повышения личной эффективности. Возьмите за правило следовать этим установкам, и тогда производительность вашего труда увеличится без особых затрат ресурсов времени, что повысит личную эффективность. Текст читал Станислав Иванов. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону.